Вулкану в аллею. Зоне. Сложная такая зона. Часто до нее проходили и дропали игру, потому что не хватало дальше времени, чтобы поиграть нормально. Да пройти ее. Вообще, почему-то 3D Blast какой-то громкий. Вот скажите, да, вообще. Вообще, в целом, я делаю игру тише, чем другие игры, и она все равно громкая. Ну, надеюсь, сойдет, да? Да, ребят? Сойдет же, да? Вот, вот нельзя в лаву падать. Потому что мало того, что ты потеряешь кольца, но все как надо, все по классике, да? Еще и эта птица дурацкая скачет по лаве, и все, и как хочешь, ее ищи теперь. Вот где она там вообще слазит? Музыка резко из веселой серьезно поменялась. Нормальная музыка, она в целом в одном стиле здесь сделана. Не сказала бы, что она как-то намного серьезнее стала. Ну, в Rusty Ruin примерно такая же по серьезности была. О, огненная птичка, смотри, какая она. Какая-то горячая. Птичка горячая у меня. А где зеленая это? А вот она, куда поперлась? Все, поймала. Нормально. Можно и по лаве побегать теперь. Нет, нельзя. Нет, нельзя. Игра меня ограничивает, она не дает мне по лаве побегать. Все нечестно. Что за зона была до вулкана? Снежная зона была. Dust Hill какой-то там, что ли. Diamond Dust. Короче, как переводчик сониковских комиксов она называлась. Да почему я не успеваю прожать вот подкат и теряю кольца сегодня? Так нечестно. Я с этим не согласна. Так нельзя. И все. У нас был перерыв, да, в игре несколько дней. И все, я забыла, как управлять вот этой... изометрии. Все птицы со мной, надеюсь. У меня же 4 было. Ич, надо просто по диагонали обе кнопки нажимать. И она такая резкая. Делай свою первую фан-игру, потом заценишь. Да заценю, я заценю, только когда доделаете. Ребята, каждый мне пишет заценить фан-игру. Доделайте хотя бы какую-то демо-версию, типа, там. Да, я не могу играть! Все, все. Мне нужно кольцо взять, подождите. Аккуратно. Надо просто аккуратнее играть, это же 3D Blast все-таки вам, а не. Мания. Все, я опять манию обидела. Я не могу вообще ничего сделать без потери колец сегодня. Но хорошо, что у нас уже есть изумруды, и нам не надо больше башлять всяким там Наклзом, Тейлзом. Зачем эти птицы? О, жалька, на прошлых стримах не было. Короче, эти птицы нужны, чтобы пройти на следующий уровень. Надо 5 птиц собрать. Мне кажется, ли мне одной птицы не хватает, при том, что мне открыты 5 птиц. Потому что, знаете что? Потому что она свалила от меня. И где-то шляется теперь. Где она шляется, серьезно? У меня 4 птицы за мной сейчас, да? Я их теряю, они разлетаются в разные стороны, и я их теряю из-за этого. Типа, где они есть? Блин, как сложно пройти здесь. Казалось бы, что такого, да? Я птицу... вот она, вот коза, нифига себе, она упрыгала. Вот почему есть больше смысла вообще это. Проходить игру аккуратно. Я не могу перепрыгнуть почему-то этот огонь. Она опять сзади. Я соберу их всех или нет? Давайте в кузовок быстро все. Ты тоже. Так, вроде все птицы есть. Реально перепрыгивать очень сложно здесь. Эй! Так, чем вы заняты? Вот, вот аккуратно, вот, вот просто супер аккуратно через всю силу прыгаем. Потому что такая игра. Так, у нас тут туннель образовался. О, я знаю, кстати, там эмблема по-любому. А, ладно, там не эмблема, но это огненный щит, он мне поможет, чтобы я огонь не теряла на каждом шагу. Музыка очень классная, да, соглашусь, потому что 3D Blast вообще вся музыка очень классная. Поэтому где Пончик? Он обожает музыку из этой игры, его, в общем-то, нет сегодня на стриме. Классно, что фан-игру про Соника на Android портировали. Я про временные промежутки, ну вы поняли. Time Twisted? Или Before все сиквелы там какие-нибудь? Ой, я случайно. Не знаю. Где смайлики на Твиче? Не знаю, кстати, где смайлики на Твиче. Наверное, я их еще не сделала, потому что я не разобралась. И вот, вот сразу же я потеряла свой огненный щит, который мог спасти мне жизнь. Окей.
очень сложный уровень, все, я говорю, это очень сложный уровень. Вот белая эта птица, то есть голубая, она единственная умная птица, которая идет ко мне. Это подляна была, вы видели, это подляна была. Это была подляна, настоящая подляна. Так, а где я, собственно? Я могу... А, я до телепорта, да? Я могу снова сходить за щитом тогда? Чаек, чаек, я просто, если напишите, буду пить чай, короче. Потому что меня это отвлекает очень. Я пока что сегодня отключила, ладно. В следующий раз видно. Это я Смисоник Тоник. Да. Дайте угадаю, кто-то там как бы ошибся, да, опечатался, или Т9 подвел. Так. Как тебя убить? Как тебя убить? Не потеряв щит при этом. Зеленая птица самая, наверное, тупая, я не знаю. Она просто идет тут вот, вот специально, вот куда угодно, только не к тебе. Давайте по рикошету тогда. Получилось. А синяя, давай, иди ко мне, синяя птица. Нет, она тоже не очень умная. Она вон тупит в стену, потому что она ко мне как бы идет, но при этом дорогу найти не может. Ну ладно, она идет на запах Соника. Который бегал. Ладно, плохая шутка, да. Какая дорогая спецподписка. Вот, кстати, спецподписка от меня не зависит. Она на Твиче условная. Она, ну, насколько я поняла, она всегда одинаково стоит. Там, нельзя ей цену менять. Ить! Развилка, смотрите. Вот, кстати, развилка. 3D-Blast достаточно линейная игра. В ней какие-то, не то чтобы развилки, просто маленькие ответвления есть. Но их не назовешь полноценными развилками в игре. Все равно игру нужно пройти всю локацию и найти этих птиц. И все. Путей достаточно мало. Но здесь они и не нужны. Это 3D-Blast, короче, там, тут без него запарно играется. Я не хочу этот щит собирать. Аэроакробат, аэроакробат. Все. Подписка на Ютубе, да, на Ютубе можно менять цену подписки, стоимость. Я сделаю достаточно дешевую там, но там тоже ограничения, типа, ты не можешь представить любую там, 666 рублей там, например. А там только выбор есть. Ты можешь выбрать там 25-50 рублей и так далее. Тихо. У меня уже 5 птиц, мне кажется, или надо было по той развилке пойти и там, посмотреть, что там. Ой, я случайно птиц сдала! Я случайно ходала. Наверняка, если бы я там поднялась, там какой-нибудь Тейлз был, да, точно, я абсолютно права. Вон он стоит, зевает, короче, чилит. Но, Тейлз, я тебе не дам сегодня ни одного кольца. У меня самая дешевая подписка 50 рублей всего стоит. Ребят, это недорого, короче, 50 рублей. Но если у вас будет несколько человек, то это для меня это будет очень хороший бонус, поэтому... Спонсорство, это уважаю, да. Это я уважаю, за это я благодарю. Так. Чуть-чуть освоилась в управлении, теперь полегче стало. Кайфую от музыки. Хорошо, что они сделали клеточки нормального цвета, да? Не такого, как уровень красный, там, а голубые, чтобы их было видно нормально. Представьте, раз уровень лавовый, они могли сделать какие-нибудь яркие клетки, и вообще капец был бы. Так. Почему ты двигаешься? Почему ты двигаешься? Ладно, со спиндэша она их в спину убивается. Но с подката у меня не получалось ее убить нормально. Тут какая-то подозрительная штуковина есть. Давайте посмотрим. О, еще один огненный щит собирать не буду. На всякий случай оставлю. Если птиц было бы больше, то я могла бы собрать эмблему. Ладно, обойдусь. Я не знаю, для чего эти эмблемы нужны. Если это континиумы, то нахрена их столько много в игре? Я что, сколько раз должна умирать? Привет, Сулечка. Это немного, но тоже дано. Го завтра как-нибудь в трансформет или Аманг или Рор. Вот тебе удачи для прохождения. А вот Тайчик соскучился, хочет в Рор. А пошли в трон, короче. Я сломаю систему, продолжу то, что вообще нету вообще в твоем списке. Пошли в трон. А трансформер до меня бомбит. Ну, кстати, да, вообще можно взяться опять за трансформер, поиграть в коопе сначала, чтобы размяться по серии. А потом я как-нибудь займусь и за... как бы, ну, основную кампанию. И основную кампанию тоже надо пройти, а то я опять ее бросила. Можно, надо, да. Лишь бы я не спала весь день. Видите, в чем моя проблема?
Я вообще перестала спать ночью. Я стала спать весь день просто. Ночью я страдаю, сижу там всячески. Или лежу, и играю иногда ночью в игры с телефона. Это вот моя огромная моя боль, это игры с телефона. И вообще все. Это... Я теперь стала в них играть и, короче, вместо сна. Фуф. Хорошо. Так, Тейлза видела, а Наклза не видела, кстати, где он. Не нашла. Ну и ладно, типа. Музыка, музыка, музыка. Еще серьезней стала. Такая прям... Алтай. Че Алтай, если Алтай? Алтайчик. Алтайский край — это локация такая. Очень близко. Ну, не сказала, что совсем, но достаточно близко ко мне. Тоже в Сибири. Да, забирает этот щит. Я чуть не погибла сейчас, между прочим. Жалко, она мне не отвечает. Ты про кого? Про меня? Я не успеваю все комменты читать, и люди, которые давно у меня сидят на стримах, они это понимают. Правильно? Правда же? Так, это, по-моему, начало уровня сейчас будет, да? Ой, попробуй. Вот, казалось бы, что сложного, но ты вот проходишь это с большой аккуратностью. Старфингер. Чё? Старфингер? Еще один чай. Спасибо. Спасибо. Да, чай, кстати. Триггерфингер, да? Так, все, у меня огненный щит, я могу никого не бояться. Нормально проходить там, где кольца. Я не хочу голубой щит. Я хочу красный щит. Вот, я вообще могу ничего не бояться, наконец-то. Все, Соник осмелел под огненным щитом. Огненные щиты, это прям, вот, можно сказать, даже сразу меняют игру, сразу казуалят даже ее. Ой, еще один огненный щит спрятанный. Так, ну вот, это прикол от Джорджа пишет, я не шарю от Джорджа. Ну вот, опять вы меня смущаете вещами, которых я не шарю, ну вот. Вот долго ты будешь прыгать, прыгай ты ко мне уже, вот он просто прыгает, противное. Так, мне осталось еще две птицы найти. Окей. Поисследуем маленечко локации, побегаем. А то быстренько так получилось. Отсюда я пришла. Нам сюда. Спиндэш! Мне нравится эта зона, не знаю. Она сложная, конечно, но, блин. Как только ты собираешь огненный щит, то она сразу легкая становится. Просто сам 3D Blast — это такая игра, в которой все жалуются на управление. Когда стрим? Я еле прочитала это, не надо так. Я птицу где-то пропустила одну. Смотрите, птицы не хватает. Окей, давайте посмотрим еще раз локацию. Интересно, эта фигня может задавить? Вот мне прям любопытно стало это. Так, голубой щит. Голубой щит нам не надо. Мы и без него хорошо себя чувствуем. Вот, развилка, мы отсюда пришли. Нам сюда. Дима, я развернулась и ушла обратно, когда пыталась сюда прийти. Здесь у нас типа платформинг, короче. Вот сюда надо было. Главное научиться ориентироваться в пространстве, в 3D-шечке вот этой вот. Не хочу терять щит, не хочу терять щит. Да ты съешь его. Вот, съела. Где подкат, он короткий. Не знаю, на стриме, наверное, не видно, но на стриме видно только красную лепешку, которая двигается, да? На самом деле я использую подкат, и он такой короткий достаточно. Блин, на стриме реально какая-то красная лепешка. Но это из-за пропуска кадров встроенного. Я с этим ничего сделать не могу. Жизнь, да. Ну, зато забавно. Может, такая частота, ну, как бы, можно обращать в такой момент, что будет, наоборот, его не видно. Ты, по-моему, еще тупее. По-моему, так, да? Ну, люди писали, что, типа, щита бывает не видно. Как сделать босса в криптиме? Ну, вот, обсуждаете криптим. Я вот, например, читаю комментарии, но я ответить на это не могу. Динцы и раздавить — это уже взаимосвязанные слова. Это точно. Если будет трон, то мне по новой придется скачивать НТТ. Ну так, скачай, его вообще нельзя удалять, это святое, понимаешь? И русский язык поставить, опять будем мучиться там ставить эти коды там всякие. Постримила бы, кстати, НТТ, типа как мы в коопе играем. Времени уже на это нету.
Так, тут... Да, двигайся! Что-то опасное. Вот попробуйте без щита здесь пропрыгать. Это ж как вообще? Это очень сложный платформик на самом деле. Уровень сложный прям вообще. Птица тоже под щитом. Это хорошо, иначе ее бы сожгло. Да, эмблему вообще на халяву дали. Отлично. Что у нас тут? Жизнь! Наконец-то не красный щит, а то не оригинально как-то. И такое ощущение, как будто мы играем не за Соника, а только за щита. Ну, все равно красиво смотрится вот круг. Даже не знаете, в какую сторону смотрю, да? Да. Приходится терпеть такое. Так. Давайте сначала посмотрим, что здесь. Поспиндешили, да? Опа. Нет, мой щит! Я не могу без щита. Как мне проходить игру? Еще и тапки. Нафига тапки здесь вообще? Нафига мне тапки? Все, сейчас начнется. Вот сейчас начнется. Вот. Все, буду сейчас птиц терять вот, по КД. Слишком сложно без щита здесь вообще. А со щитом здесь делать нечего. Видите, какие крайности, да? Ф. Живая сгущенка. Отлично. Кстати, это действительно зона острова Соуса. Смотрите, какая густая лава здесь. Мы совсем забыли об этом. И морепродукты вон всякие бегают. Зона густого соуса. Зона вот гуляша, я не знаю. Мы совсем забыли, что у нас каждая зона пищевая должна быть. Так, у меня, кстати, 5 птиц. Держу в курсе. Это значит, что мы уже можем выйти из уровня. Там столько было развилок. Я вот говорила, что в игре как бы мало развилок. На самом деле, именно в этом уровне почему-то как-то много развилок. Можно даже заблудиться. Заблуждать. Запутать. Тут нет эмблемы. Нету эмблемы. Тут была эмблема. Низко. Ага. Нет, вы посмотрите на это. Как это перепрыгивать? Давай, 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 подъезжай быстрее. Да не успела подъехать. Платформа, все, валим, валим, валим. Пока неуязвимость. И я здесь. Вы серьезно? Почему я опять здесь? Ладно. Ну, это такая мини-развилка. Я говорю, что развилок здесь нету. Но они как бы хоть и есть, но они очень маленькие, как бы незначительные. Все, эмблем насобирали. Если бы это были коллекции, было бы гораздо интереснее. Но если это континиумы, то нафига они нужны в таких количествах. Фух. Гастрит, дошка будет. Ну это не дошек, это гуляш, это полезно, хорошо. А вот это босс сложный. Насколько я помню, если я не ошибаюсь, это действительно сложный босс. Как его убить, кстати? Эй! Так, вот эта фигня идет за нами. А можно так? Он меня сейчас сожжет. Я не смогу босса спамить, мне кольцо надо. Так, ладно, надо ждать, короче, когда он выпустит этот свой огонь. Земля тут, похоже, настолько тут расплавился и поджарился. Идеально. Не похоже она на сыр, потому что слишком мрачного цвета. Сыр все-таки поярче. Огонь, огонь. Не надо, отвали. Вы посмотрите, какой платформинг лютый, все. Кольцо, кольцо исчезло. Не знаю, очень трудно прыгать. Опа, лисенок, добро пожаловать. Ить. Смотрите, этот босс реально сложный. Он не спамится так, как я обычно это люблю делать, да, на боссах. Я начинаю жадничать и теряю кольца из-за этого. Так, на уровне последнее кольцо осталось. Нет, 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 тащи в лаву. Давай еще раз. Может, последний? У меня нет другого выбора. Отвали, 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 отвали. Трудно. Все. Уф. Вали, 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 вали. О, зона действительно сложная. Да. Да. Уф.